себе устраивает, не твой сочетатель, а мой сочетатель. Тогда там все время выступаем. Я делаю, что это следующие выходные. Я сам не знаю, когда это будет. Я знаю, что давай маяшем тропа. Широков. Хорошо, такие зовут и везут. Такие какие выходные? Я тоже туда приглашу. В Твери я все равно пьяный кричу. Меня иди к памятнику круга, а буду только там пьяный валяться. Меня задавило, я там пьяный сплю. Есть такое. По-моему, это с 25 по 28. Вверх, когда это будет? Курить. А Леха тебя курить. Знаешь, что буду еще раз сам так чищу. Будешь? Тогда можем. Как мы без тебя? Пускай поэт лежит в канаве. Кто-то эти стихи я читал в Краснодаре. Да. Классика на уровне же баяна. Хватит попрасывать. Я думаю, что он еврей. Дима, что происходит? Точно. Нет, как раз я тоже хочу в Твиттер, но что-то у меня еще не получается. Тверь – это родина оборонной промышленности. Там Шмайсер создал АК-47. Это фамилия Шмайсер? А почему вот опять не уступил место девочке моей, а сам сел? Я же еврей. Ждовка это можно. А ты садись Лесину на колени. Да, нет, Лесину, Лесину. Лесину, ему понравится. Если она сядет мне на колени, я тут же начну хрипеть и задыхаться. Ну не прикладывай, совершенно человек. Не скажем ему гран-мерси, я рад. Потому что он крупный. Ему что угодно посади, он будет терпеть. А я слабенький. Крупный. Компроматы сейчас тут. 21-го как раз, мне к 17-му не успеваю книжку, а 21-го как раз книжка будет. С чего он тут возьмется? Женя, 21-го как раз книжка должна быть. Без героина в 3 минуты. Промат начнется часа через полтора, поэтому место на флешке должно остаться. Достанется, останется. Я смогу собрать. Дверь 21-го. Батарейка здесь меньше, чем флешка. Ну, он же маленький. Я тоже туда, я напросился. Но, похоже, я не смогу. А можно я тебя позову на 21-го, 22-го в Москву? Хотелось бы. Поезжать. В гостиницу или ресторан? Нет, да. Вот. Да. Лишь бы не в город. Да, лишь бы не в город. Номера. Вы в городе не были, что ли? Кстати, кто здесь присутствует и будет 21-22 в Москве, на самом деле... Пригласи. Очень, вот, очень ждем, да. Ну, нет, я... как без сибирцев мы обойдемся, вообще не знаю. О, вот, это герой первой части. Это вот рядом журнал «Москва». Да. Это база. Тоже здание, тоже Андрей, здание, только зайти, вот направо. Сбоку. Андрей, подвинь, пусти Игорь. Давайте мы посадим великого русского писателя Юркевича. Мы там два дня подряд будем конкретно отмечать. Так, вот, возьмем крупнее великого писателя. Она к тому времени подоспеет. Взгляд во всю камеру. Да, во весь монитор. А что, вот. Красиво? На пресс-концерт. Красиво. То есть у нас 21-го вчера. Ну, на самом деле, знаете, что вы сказали. Нормально. Что мы можем с ней сделать, интересно, Андрюша? Не знаю. С тем. Дениса не слушай. Ты знаешь, что было позавчера? Лена, Оля охренела вчера. А кого ты называешь Олей? Лена? Оля наша. А может, немножко Оля? Нет, Оля, я Оля. Называю Олю. Оля в четверг обнаружила, что на следующий номер в заявке одни книги, а в тексте все совершенно другие. Андрей. Причем половина из них Бойко пишет. То есть Миша вообще чокнулся. Я понимаю, что он мои книжки не мог перенести. Я все записываю. Из текста в эту самую в заявку. Но он даже свои. Бойко, ты чокнулся, Бойко. Перенести. Чокнутый Бойко. Те, которые он записал. Чокнутый упырь записал, Бойко. Он в заявку совсем другие внес. Андрей, то есть он уже вот он вернулся. А может мы немножко что-то выпьем? А? Хотелось бы. А зачем ты забрал мою рюмку? За Бойко. Выпейте за Бойко. Вот, так что это беда. Кто инициатор, тот развивает. Конечно, было ужасно. Андрей, а ты не хочешь тогда как бы взять здесь? Потому что с Лесиным говорить бесполезно. Я понимаю. Совершенно развращенный. Он не пьет, да, хотя мне пьет. Нравится. С Лесиным говорить бесполезно, но мне нравится. Мне этот процесс доставляет удовольствие. Нет. Говорить с Лесиным. Бесполезность? Разговор с Лесиным. Разговор с Лесиным. Санечка. Что же? Птица моя. Я смотрю, ты...
Так, уже. А кому еще радуешься жизни? Да. Алексей. Не, я без виста, я не пью. Не-не-не, Андрей, не. Не, я по наркотикам. Ладно, уже пускай он пьет эту самую. Так, вот я еще нашел объект. Нашел объект. Ну да, всем надо домой. Не завтра. Зачем работать? Ну что, Игорь, давай скажи свое. Да. По поводу чего? А, дорогие друзья, ну вот как бы Андрей, вот его день рождения. Что тут еще говорить? Давайте выпьем. Очень хорошо. И по морде Андрюша. О, в смысле, с днем рождения, Андрюша. Начинается. Редко бывает день рождения.